Всех приветствую, друзья мои. У нас курьер утром заезжал. Привез какую-то посылочку. Что-то непонятное. У нас зима, как обычно. Дубак стоит. Хо-хо. Ужас. Вчера ездили. Все-таки я добрался, помните, в последнем ролике, который был. Не смог я зайти в лес, доехал до деревни. Вчера мы все-таки в нее попали. Все, показываю, как мы выходим на деревню, на старинную. Поляна. Сейчас мы сориентируемся, две дома стояли. И начнем вытаскивать горшки с золотом. Часть вам покажем, часть не покажем. Кто-то берете у нас и все. Вот здесь, на этой поляне, где-то стояла деревня. Название тоже не скажем. Дошли пешком, еще раз ездили. И покопали там. В субботу будет ролик на основном, ну, на большом канале, на втором. Покажу. Также в том ролике, который предыдущий был, я там где пружину-то нашел, я там дальше поехал, остановился. Может, сюда вставлю. О, так тут две коробочки-то, ребята, оказывается. Две коробочки. А зачем нам две коробочки? Не понял, а что это такое? Вообще от кого? Алиэкспресс. А, это знаете, наверное, что такое пришло? Смола. Нифига не доставляют быстро. Что происходит? Мне же когда принтер прислали, да, полифотополимерный, я купил смолу серую. Ну, она лучше детали пропечатывает. Есть у меня черная, а серая потом кончилась. Я хотел еще купить, и она закончилась. И у них остались, ну, килограммовые бутылки кончились, а остались только по 500 грамм серая. Я решил килограмм еще серой себе смолы купить. Вот это что, оказывается. Нифига у них доставка быстрая. Я по России покупал. Где-то у Айни Кубика, видать, есть представительство. Еще и курьером завозят. Все, понял, что это такое. Смола это. Я думаю, что это такое? Две бутылки смолы по 0,5. Литровые кончились, черные есть, но мне надо было серый цвет. Все понятно. Там у нас еще две посылочки лежат. Мы снимали, когда вчера, наверное, снимали. Или позавчера. Тоже сейчас сюда вставлю. И все. У нас пока зима. Холодно. Вчера нормально без дождя было. Сегодня тоже дождя нету, но надо отдохнуть, наверное. Отдохну, никуда не поеду. А может, после обеда уеду куда-нибудь. Все меняется. Поехал я. До деревни съезжу. А вам сейчас покажу посылки, да как я там добирался, наверное. Ой, да, ну, окончание путешествия. Позавчерашнего. Там я остановился кое-что там, походил кое-где. В общем, смотрим, что-нибудь покажу. Погнали. У нас дождь на улице. И такой дождь я серьезно жду. Еще у нас батарея на этом. На пиле у меня разрежено две батареи. За одним заряжаются. Потому что ехать по лесу. Не знаю, выеду сегодня, не выеду. У нас две посылочки маленькие. За одним решил вам показать. Что-то интересные посылочки. Блин, и съездить охота, и дожди не дают. Ой, Юля, я тут это разрезал, походу. И... Ну, ё-моё, нельзя было разрезать. Это наклейка. Наклейка. Я её что, полоснул, думаешь? Это наклейка. Наклеиваться на борт автомобиля. Две штуки. Блин, как показать? Сейчас, погоди секунду. Чук на задний борт хочу наклеить. Ну, такая вещица. Расправить ей. Я не знаю. Надо, думаете, не надо? Ну, как тебе, Юля? Можно поездить. На задний борт у меня там... Что, весь борт мы не красить? Там рыжик был. Миша зашкурил, закрасил его. Я говорю, не крась весь борт. И там немножко оттенок не совпадает. Он говорит, давай я тебе каплю какую-нибудь наклею. Такую. Я говорю, да не надо, я какую-нибудь наклейку куплю и влуплю. Он говорит, ну смотри сам.
Может, я на задний борт делаю тут сбоку. Может, нет. Две штуки. Может, одну кому-нибудь подгоню. Здесь у нас что-то написано. 3D Printer Parts. Надо аксессуары списать, так они аксарис писают. Аксарис, еле прочитал. А, это у нас есть 3D принтер. Вот он стоит, но мы вам его не покажем. Сейчас я со стола его убрал. И помните, я посетовал, что у нас фильтры одноразовые нету. Мне сказали, ты в магазине малярном купи их и все. Я думаю, нафига нам заморачиваться, сеточка? Смолу пропускать, сливать обратно. Микросеточка. Дальше лейка. Ну, лейка, не знаю. Нужна, не нужна такая. В общем, для вас ничего интересного, наверное, здесь нету. Вот такая леечка. Многоразовая. Тюнь-тюнь-тюнь. Можно сложить ее, куда-нибудь убрать. Писюлька. По идее, в нее ставится вот эта штука. Ставишь бутылку, и все. В моем случае... Блин, у меня тут где-то все убрано. А, вот они. Покажи, Юль. Вот у меня стоят тут от 3D принтера, вот такая была. Видите, я из нее одноразовую сделал, многоразовую. А вот у меня лейка. Лейка чем хороша? Она вот с двух сторон, видите, я напечатал на принтере. Она в бутылку вставляется и сверху ее не бежит. Очень хорошо. И можно ее... Да вообще можно просто вот так. Чик, и все. И сливать через лейку бутылочку. Даже не так, вот так, наверное, да? Как раз она у меня, смотрите, по леечке. И сюда буду сливать, и у меня в бутылку будет уходить, чтобы не держать. Все замечательно. Шпакель за одним и пинцет. Пинцет не знаю зачем. Но мне пригодится в хозяйстве. И шпакель пластиковый отдирать. Ничего интересного. Для вас, по крайней мере, для меня штуки нужные. А то фильтровать смолу проблемно постоянно. Я, правда, одноразовых еще 10 штук купил. Но куда придут, не знаю. Все, я жду, я когда батарея зарядится. Дождь идет. Не знаю, может поеду сегодня, может не поеду. Посмотрим по погоде, как у нас будет. Если что, в следующем ролике все равно я туда поеду. У меня уже все, квадроцикл собран, у меня уже там термос стоит горячий. Я уже весь квадроцикл собрал, батарею тыкнул на этом, на пиле. Смотрю, всего две палочки заряжены. Ё-моё! Поставили мы с утра батарею, пока ездили, а я батарею не домкнул в эту, не защелкнул зарядку. Приезжаю, она еще красная, думаю, что такое? Смотри, не дощелкнул. И вот сижу, сейчас жду. Ну, хорошо, что не уехал. Сейчас такой ливень был со снегом. Все, ссылочки оставлю в описании, вдруг кому надо будет. Наш принтер. 3D. Надо мне где-то полочки придумать, чтобы принтера все убрать. Стол уже полностью занят. У нас еще этот лежит. Засвечиватель. Тоже никуда пока ставить. Покажи, Юль. У нас же еще чемоданчик судного дня лежит. Так и друзья из Китая мне ничего не говорят. Говорят, пока не показывай. В Россию не отправляем. Так и лежит. Штука вообще классная. Для определенных действий. Все. Пока все. Ждем погоды. Погоды ждем и уезжаем. Может, в следующем ролике не в этом. Потому что не успеваю я из этой погоды у нас, пока погода не обещает. Но я все равно, может, выеду. По хронометражу посмотрю, если вставлю, может, отдельно буду. Пока все. Всем пока, удачи, увидимся. Ссылочки оставлю в описании. Пока-пока. Это знаешь, что такое у меня? Покажи. Вот это я напечатал на принтере. Это у нас... Сейчас покажу. Вот она. Она же есть у нас. Вот у нас есть еще... У меня вот такой металлоискатель есть. Эквинокс 600. Я сам с 800 хожу. Это гарда. Когда в руку берешь металлоискатель, долго ходишь, он начинает съезжать, рука затекать начинает здесь. И это, ну, он висит на гарде. Вот такие штуки я на 3D принтере печатаю. Я у себя поставил, на 600 поставил вот эту гарду. Штука вообще удобная. Вот она так выглядит на 3D принтере. Потом болтами ее стягиваешь, болтиками и все. Кому надо, друзья мои, обращайтесь. Опа! Пока всем. Что-то у меня GoPro батарея села. На другую камеру снимаю. Так, рассказываю. Поляна посреди леса. Я там еще на одной поляне останавливался, но снимать не стал. По причине отсутствия заряда батареи. Здесь стояла одна дворка. Ну, по преданию, что один двор здесь стоял.
не знаю, один или два. Мы здесь как-то с Колей были, нифига не нашли. Сейчас посмотрим через прошествие лет и набирание опыта, есть ли здесь что. Медь есть. Я там еще эту рогатину нашел. Пойдемте покажу, как определилось все. Металлоискатель здесь бросил. Уже походил. Здесь все перепахивали. Или лес сюда вытаскивали, так и непонятно. А здесь она где-то стояла, это однодворка. Здесь какое-то ямище. Смотрите. Опа, рогатина. Сено убирать. Вот такие дела. Ну, яма какая-то, может, колодец. Все перепохано, перепахано. Сейчас я здесь похожу, посмотрю, может, монету зацеплю. Ядро от пушки нашел. Там дыра должна быть. Туда пороха заделали. Забил снаряд я в пушку туго. И поджигали. Бог, и порох загорался, и взрывалась картечью. Нифига она весит. Вот это да. Железо есть. Железо есть, но и дождь идет. Целый день дождь. Ну ладно, я пока сейчас в кучку сложу здесь все это. Хозяйство потом заберем. Веселые такие ядра от пушки. Сейчас найдем пушку петровскую. Смотри, петелька кованая. Еще такие монеты тут есть. Видим горшки. Ну, такие советские горшки. Значит, в советское время здесь жили. 32-й год, 5 копеек. Монета есть. Такой дождь идет мерки. Противный. 32-й год. Так, это все возьмем. Блин. Ну ладно, у меня костюм такой. Более-менее непромокаемый. Это кипируса. Думаю, сильно не намокну. Камеру спрятал за пазуху. Так, советы есть. Посмотрим, есть ли империя здесь. Вот и цари, походу. Оп, звучало. Вообще замечательно. Звучало. Прекрасно. Копейка царская. Царская копеечка. А нет. Может, 24-й год даже. Ну-ка. Советский, может, даже 24-й. Секунду. Секундочку. Да, копейка 24-го года. СССР внизу. Надо отмачивать, неохота. Дождь идет. Блин. Льет и льет у нас. Ладно, сколько меня хватит, потом сваливаю отсюда. А вот и, блин, часы растянулись. Походу цари, друзья мои. Одна, вторая копейки. 1909 год, СПБ. Цари, не только тут советы, Николай II. Замечательно. Дождь у нас льет и льет. Что-то не везет мне сегодня. Ведь я промок, блин. Но еще похожу. Сейчас эту полянку обойду. Тут не один двор стоял. Двора три я насчитал. Какой-то медальончик. На нем было наклеено. Сейчас покажу вот так. Когда я выкопал. Было вот так сделано. Или от кольца. А кольцо уже ушло. Смотрите. Здесь рисунок какой-то птички. И здесь он отпечатался тоже. Феникс, птица Феникс. Золотом. Не серебром, а золотом сегодня. Кольцо, что ли, было, или подвеска какая-то. Вот она, лежала, я начал ее тут протирать, и она... Видите, там что-то видно, да, вам? Так, не так, это вот сюда, наверное. Это вот сюда. Что там? Камеру видите, что нарисовано? Шлепендрос какой-то. Но золотой. Только любая дождь. Жили, да, не густо тут. Тут все распахано. Специально, походу. Два двора где-то насчитал. И одна конюшня была. Там подальше одна конина валяется. А может, здоровый двор стоял. Не знаю. Постоялый.
Ну, железяки сейчас соберем. Сейчас я пробегусь, да, поеду. Промок я весь до нитки. Все, сваливаю я отсюда. Ну его нафиг. Весь промок до нитки. Бедняцкая деревня. Конина, шманина, колечки, штучка какая-то. Золото, бриллианты. Советы. И часть колокола. Не знаю, раздавили трактором, колокол хороший был. Железо еще набрал, опять же, полную сумку, да и вот эти штуки. Всякие у меня там эти. Кованины, шманины. Здесь кованины. Тоже сейчас все закидаю. И все. И выезжаем отсюда. Выбираемся в сторону дома. Конечно, хорошо здесь, песочки, красота. Я с туалетом приеду. Все эти леса буду лазить по лесу, по все лето по лесам.